включил. Шапку. Я включил Бартулец. В нее можно говорить, да? Да. Здорово. Просто говори, что все. Не стесняйся говорить. А ехать обязательно? Страшного старого, который на планете едет. Все, что думают, что я такой пиздеть гораст. Помоги вытянуть, блядь, старику. Слышь, а давай умнее будет. Ты шарни через эту дубинку. А ну? Братулес. Ну, что ты за человек такой? Вот и стой десяток, пацаны. Теперь я понимаю, сколько он за мной проглотил пыли. Оооо, братулес, зашлюнивает. А? Лисица там. Это не лисица, брат. Лисица, я говорю. Это дикий вепрь. Ну его нахрен. Он сейчас может вылезти и покусать лиса. Бляха, ну поехали лучше. Блять, с третьей что ли? Да хуй с ней. Володя, давай по льду сейчас покатаемся вон там. Ребят, конечно, по льду так по льду. А хули делать? А у меня поднимется. Ой, боюсь, боюсь. Ни хера себе. Блять, какой-то мотокросс, что ли, блядь. Ю-ху! Блять, трава скользкая. Будет подымать. Ох, бляха. Ну это два сезона-то. Тарахтеть, этот мотор два сезона, да. Ну, у меня два, и до меня 24. Потому да. Что он где только не стоял. Да, точно. Размыло капитально, ребят. Блять. Если заглохнет, блядь, она чмах, блядь, и все, она говорит, и все, пизда, назад не поеду, ну и нахуй, блядь. Вот догони его, попробуй теперь, блядь. Хуй его догонишь, ребята. Я, блядь, что, не могу угнаться за ним. Ёбарасоте, убыток зачешля. Оп. Ой, блядь, ох, ебать. Сначала откидываем, потом включаем, а потом качаем. Дальше основной прибор, вот он, ребята, это пидороискатель. Это прибор для того, чтобы сходу на планетке в стан пидоров не заскочить. Включаете, открываете, знаете, что туда ехать не надо. В общем, полезный прибор очень. Рекомендую тоже всем на мотоциклах на своих возить его. Поворот, блядь, не проебать бы его. Блядь, ебать. Курва пердали. Заехал. Четвертая газуя, Денис только ее включил. Ну, не шипит почти. Э!
Не шипит. Не шипит, вон. А жара плюс 25. Ну вот так вот. А вы там кто-то из вас. Ну некоторые. Всем пока.